Друзья, всем привет! Лето наконец пришло в Москву, но ощущение, что это ненадолго. Так, я уже еду домой с работы и хочу сегодня перебрать свои туфли, достать что-то летнее, обувь какую-то, там, туфли, сандали и так далее. Так вот, меня уже ждут, так что я поехала. Друзья, я уже дома. Всех с первым днем лето. Слушайте, я на самом деле сегодня ходила в футболке и в пиджаке в легком. Все было прекрасно. И завтра я собиралась вообще-то одевать платье. И идти с голыми ногами, без колготок. То есть я хотела уже раздеться. Но погода какая-то на самом деле не айс совсем. На Geosmeteo я посмотрела, завтра якобы 22 градуса и кратковременно дожди, и даже грозы. А в Яндекс погоде я посмотрела 24 градуса. Я уже не знаю, чему верить. Но все равно я решила разобрать обувь и убрать всю весну-осень и поменять на лето. Сейчас этим мы займемся с вами. Приступим. Я вот уже одни вытащила. Так, у меня в основном... Ой, не открывается ящик уже. Конечно, столько обуви, господи. Так, всю обувь я сейчас понесу к своему шкафчику. Помою ее, сполосну, каблуки протру и так далее. Почищу все, что мне надо. В общем, подготовлю, так сказать, к консервированию. Вот. То есть, вроде я успела все поносить. Вот кроме этих ботинок, кстати. Классные ботинки. Очень классные. На каком-то сайте, помню, я их заказывала. И что-то я их очень долго ждала. Прям так трепетно к ним относилась. Вот. Это вообще мои самые любимые ботинки из Англии. Вообще просто чумовые боты вообще. Так что сейчас я все почищу, сполосну, помою, протру и так далее. И понесу все в коробочки укладывать, пока займусь этим. Так, я все уже подготовила, сполоснула, протерла. Где что-то надо, щеточкой почистила. Так что вот, все из шкафа вытащила, все свое уже барахлишко на вешалке, чтобы освободить местечко. Для того, чтобы вытаскивать коробки. Ну, чтобы мне было более как-то посвободнее. Так, ну все. Приступим. Это у меня тут, да, конечно же, процесс будет длительный, видимо. Пока я все вытащу. У меня вот здесь, у меня вот так вот. Вот эти вот первые коробки, это летняя обувь. Еще они у меня дальше подразделяются. Эти без каблука. Эти на каблуке. Вот там вот вдалеке это все типа сланцы, шлепки и так далее. Здесь вот сверху, вот эти вот две части, это осень. Вот эта вот часть, и вон там еще вдалеке, вон там, не видно, наверное. Это вот все зимние, все зима. Ботинки, сапоги, ботильоны и так далее. И осень тоже, и осень еще в этой же части есть. Вот, так что вот так вот у меня все подразделяется, поэтому я прекрасно знаю, куда я лезу и что я делаю. Так что вот, друзья. Ладно, пока буду выгружать коробочки, открывать, рассортировывать, доставать. Вот это пустая коробка. То есть, видимо, что-то вот как раз сюда сейчас буду класть. У меня здесь есть и пустые, и есть и полные, вот тоже пустая. То есть очевидно, что в них надо будет что-то положить. А это почему-то кверх ногами. Вот, видите, иконика. Это как раз вот эти вот сандалеты там будут лежать. То есть я все помню. Я первое время хотела расписать все коробки, чтобы на них было написано, что это там, например, ботинки или там еще что-то. Но потом подумала, что это бессмысленно, потому что иногда что-то из коробок вытаскиваю и кладу в них совершенно другие какую-то обувь. Так, ну ладно, я дальше занимаюсь пока процессом. Так, я тут в процессе укладки обуви. Это вот Balenciaga, французский бренд. Купила, помню, что-то там 1070 в ЦУМе. Так, это вот мои ботики иконика. Так, это вот тоже какие-то... тоже, кстати, очень хорошие ботики, только я не помню, чей это бренд. Так, сюда я что убрала? Сюда вот коричневое. И вот розовенькие вот эти вот сейчас осталось, приберу. А вот эти вот коробки сейчас как раз буду открывать. Это вот такая летняя обувь всякая.
Так, это вот у меня Дольче Габбана такие. Это я тоже не помню, известная марка какая-то, уже и не помню даже, что это, как это, где это. Так, друзья, вот все уже повытаскивала, что только можно, чтобы вот именно сейчас носить. Что-то я посмотрела, а оказывается, все в основном на плоском ходу. Только одни бежевые туфельки есть Карло Пазолини. По-моему, Карло Пазолини. Да, Карло Пазолини. Очень хорошие, мне так их жалко выкидывать, а у них уже такой каблучок покоцанный, но не видно, но я имею в виду, что если не приглядываться прям, даже вот на камере особо не видно. Вот, ну вот выкидывать не хочу, они очень удобны, прям вообще очень удобные, комфортные, чума просто. И они бежевые, бежевый цвет удлиняет ногу, если что. Все, это кроссовочки Dolce & Gabbana. Это кроссовочки не знаю чего, кедики синенькие. Так, ну, в общем, все. Вот это вот тоже Джорджио Фабиани, по-моему, очень хорошие были, клевые прям, ну, чем были и есть. Мне до сих пор нравится. Все, беленькие кетики, беленькие какие-то. Вот еще у меня тут есть. Тоже хорошо ходить в них легко. Вот эти вот мне тоже очень тапочки нравятся. Клевые. Прям не помню, что за фирма. Не помню, уже даже нигде ничего не написано. Но тоже клевые. Все. Пойду все ставить себе в ящик в коридоре. Не знаю, поместится ли. Так, ну вот, я все поставила вроде как, все поместилось. И часть, ну, я обычно кроссовки, кеды ставлю вот сюда, в коридор. Вот у меня синенькие, черненькие и Dolce & Gabbana-овские. А я что-то тут решила подумать, неужели у меня нет никаких туфель на каблуке, таких, чтобы можно было в холодное лето, так сказать, носить. В холодное лето, ужас какой звучит. Непонятно. И вот, оказывается, я обнаружила. Вот, оказывается, у меня есть синенькие на небольшом каблучке. Тоже, кстати, Карло Пазолини. Красненькие на небольшом каблучке. Я их собиралась, кстати говоря, кому-нибудь отдать. А мама меня заставила оставить. Ну, вот эти вот я вообще не знаю, буду ли я носить или нет. Но это, скорее всего, уже на осень. Ну, тоже Карло Пазолини, кстати. Тоже пусть, ладно, лежат. Вот такие вот всякие лодочки симпатичные, с брошкой, без брошки, черненькие. И вот такие вот офигительные Лори Блю у меня есть. Есть такой бренд Лори Блю. Вот. Видно вам, не видно, я не знаю. Ну, в общем, это Италия. А, вот они, Лори Блю. Очень клевые, это 35 размер, прям шикарно сидит на ноге. Но вот так как он на шпильке, конечно, это только на выход. Под коротенькое черненькое платьице. Так что вот, обувь у меня дофига. Вот, сейчас все сложу назад, и все, как бы, я не буду это вытаскивать, пусть стоит в шкафу. То есть, по мере надобности достану. Так, ну а летние вещи, летнее платье я пока еще не вытаскивала, наверное, все-таки рановато. А пойти, кстати говоря, я хотела завтра вот в этом платье и как раз вот те бежевые босоножки. Но вот теперь не знаю, надо, мне кажется, что-то будет накинуть, поэтому, скорее всего, одену какие-то штаны бежевые, скорее всего, потому что очень хочется туфельки уже одеть. Вот, друзья, на этой дружественной ноте хочу вам пожелать хорошего вечера в этот первый летний день. Классный день. Ну, наконец-то лето, правда? Ой, господи, я прям так рада. Вот. Тоже меняйте свою обувь. Чистите, мойте, переставляйте, покупайте. Все, что хотите, делайте. Вот. Так, как делаю это я. Или как-то по-своему. Все, друзья, всем пока. Хорошего вечера. С вами я, ваша Баба Атас. Не забывайте мне ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Подписчики прибавляются.